Я сейчас устал после работы. Купил там, в общем, в магазин зашел после работы на зарплату. Ну, поесть там решил купить. Сейчас скажу, купил пюрешку с котлетой и с подливой. Куриный оладушек со спагетти. В сливочном соусе. Вот, а я две их. Огурцы. Поставил. Микроволновки нет. Сейчас поем. Еще купил апельсинов. Вязанку. В баню пойдем в четверг с батей. Я апельсины буду есть там в бане. Ну, после парилки апельсины есть. Очищение будет очень хорошее от курения. Ну, я бросил курить, но организм очищается, там клетки. В течение 3 лет будет очищаться. И вот апельсины и баня — это самое хорошее, чтобы очиститься. Еще вес будет сбрасывать меня. 5 килограмм сбросил за месяц работы. Теперь мне надо еще где-то 10 или 15 килограмм сбросить. Я просто не знаю. У меня рост примерно 100, ну, где-то 180. Сколько там надо весить для этого? Ну, я вот помню, весил 60 килограмм. И было нормально. Я все время комплексовал из-за того, что я слишком худой. А тут... Я стал теперь уже не худым. Надо сбросить вес, чтобы было легче. Плоскостопие у меня... Там, в общем, неизвестно. Может, это... Там, короче, я встал, и она сказала, что у меня не плоскостопие, а антиплоскостопие, то есть слишком изогнутое. Что это гораздо хуже, чем плоскостопие. Ну, может, она просто, чтобы продать стельки, сказала так. Ну, я вот сейчас эту машинку для стрижки, я на батарею поставил ее, сейчас, чтобы она заработала. Да, тяжело это. Куски снега спрессованные или сугром кидать. Ну, было бы круто, кстати, в качалку пойти и там спортпит принимать. И благодаря этому гормоналка там усилится, и бицуха, там вот это все, мышцы будут прогрессировать благодаря специальному спортпиту, там всякие вот эти добавки, там что-то. А так... Еще я думал велотренажер купить, чтобы выносливость развивать и сбрасывать вес. Но он слишком дорогой вроде. И еще его нужна доставка, чтобы была неудобно. Блин, баня, это круто там. Нагреюсь потом. Сразу так, знаешь, перевалюсь в этот холодный бассейн. Плюх так. Прям спиной это, так, все тело так начнется, это такие вот как будто укольчики по всему телу, а потом снова нагреваться. Я там сейчас в Morrowind начал играть в пофикшенную версию. То есть не в оригинальный, а с модами. То есть там пофиксили разные баги, разные секретки. И посложнее стало играть. Я там стримил. Ну, вообще, мне бы хотелось заниматься искусственным интеллектом, роботов делать. Роботы, чтобы они делали. Разрабатывать роботов, искусственный интеллект. Так, круто. Это бездонное
бесконечное, выше нашего разума в бесконечной степени.